Как сообщил директор заведения Иван Ватяков, в клуб пришли силовики, расставили всех вдоль стены, кое-кому сильно перепало. Вот фрагмент записи. Периодически применяя физическую силу, били людей по ногам. Также я видел, что применяли дубинки резиновые. В свою очередь полицейские объявили, что в ходе рейда на одного из спецназовцев накинулся сзади агрессивный посетитель. Пришлось применять силу. Однако, справедливости ради, надо сказать, что в ДК в тот воскресный вечер собрались не фанаты, скажем, группы «Блестящие». Среди выступавших, например, была белорусская команда «Мистер Икс». Известно, что группа активно поддерживает развитие так называемого антифа-хулиганизма на территории бывшего СССР. Также известно, что группа относит себя к аполитичному движению «Скинхеды» против расовых предрассудков. Понятно, что силовиков такие концерты, мягко говоря, настораживают. Вот что сообщили по поводу инцидента рязанские полицейские. При осмотре и бесед, скажем так, с членами и с участниками данных неформальных молодежных организаций, которые в тот момент находились на территории клуба, многие из них выдавали находящиеся при себе ножи, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, газовые баллончики, с целью недопущения, скажем так, осложнения оперативной обстановки и возникновения возможных конфликтных ситуаций, массовых драк, в результате которых могли привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, данные молодые люди были приглашены для проведения профилактических бесед в отдел полиции номер один. Они все в отделе полиции находились в одном месте, то есть на территории актового зала, спокойно передвигались, кому нужно было, то есть их движение, их, скажем так, никто не ограничивал, и спецсредства в отношении ни, при проведении их мероприятий никто не использовал. Конечно, превышение полномочий со стороны полиции – вещь недопустимая, но в родном отечестве весьма распространенная. Во всяком случае, дело на контроле у начальства силовиков, свою проверку проводит и Следственное управление региона. Следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка. В ходе ее проведения следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам будет принято законное процессуальное решение. Также рязанский губернатор потребовал от полиции тщательной проверки принятия мер, предусмотренных законом, и доведения результатов до сведения общества.